дети, сколько? Пункт назначения гора Эйцил. В принципе, мы до сюда доезжали на своем УАЗике зимой, и доезжали вот именно до этого места. Тут через лесок метров 100, наверное, и клубник 50, ну, грубо говоря, до вершины. 200 метров. Мы сюда приехали. Стандартный. Да, резина только, как бы, да. Джимник остался там. Джимник просто устал ехать.
Все, мы приехали вот на таком автомобиле без блокировок, не спуская колеса, без ничего. Нам, правда, еще предстоит путь обратно. Он тоже нелегкий, но тем не менее. Вот. Ну, более что-то поподробнее я, наверное, потом еще скажу. Но смысл такой, что ехать как-то все-таки приятно. Страшно, но приятно. Ну как, едет, в общем. Пока едет. Все, пойдем. Идем, все. Пойдем, ходим, ну, а то еще мало. А вот сюда? Как-то мы пошли не там, что ли. Там? Это у нас последняя... Ой, не последняя, неправильно я выразился. Это точка назначения нашего сегодняшнего маршрута. Вершина горы Ицил. Но на нее мы уже поднимаемся пешком. А пешком поднимаемся по той причине, что это уже... национальный парк, сюда заезжать нельзя, так бы заехали, конечно. Смотрите, я пониженный, глаза закрыл, главное, и все, и... Сигналка орала.